В преддверии нового учебного года администрация Твери провела традиционную акцию «Школьный подарок». Подробнее об этом смотрите в сюжете. Тетради, ручки, краски, альбом и цветная бумага. Необходимый набор канцелярских принадлежностей в канун 1 сентября во Дворце творчества детей и молодежи получили 170 школьников, в том числе 60 первоклассников. Всего в этом году в рамках акции планируется предоставить адресную помощь более чем 600 семьям, нуждающимся в социальной поддержке и состоящих на учете в городском управлении социальной политики. Она организована в рамках программы «Социальная поддержка населения города Твери» и предназначена для наших детей. Это ученики, начиная с 1 класса и до 11 класса. Это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конечно, в канун учебного года хочется, чтобы они тоже порадовались началу учебного года, тем более, что им предстоит тяжелый труд по изучению и получению знаний. Для всех присутствующих творческие коллективы Дворца детей и молодежи подготовили праздничный концерт. Также в акции приняли участие депутаты Тверской городской думы. И это традиционное мероприятие, которое в помощь родителям, чтобы разделить с ними вот эту школьную нагрузку. Я надеюсь, что эту традицию мы будем постоянно соблюдать и всегда, несмотря ни на что, в бюджете города будем находить деньги для проведения подобных мероприятий.